Многие учат английский язык годами. Сначала где-то в школе, потом 2 года в вузе, а потом еще нескончаемое количество репетиторов, курсов. А все потому, что никто никогда не объяснил, как правильно учить английский язык. Те, кто владеет хотя бы 3 языками, тратят на каждый следующий 3, ну максимум до 6 месяцев. А все потому, что результат не зависит от количества потраченного времени, а зависит от того, как вы учите язык. Прежде чем мы начнем, краткая информация о том, что на сайте у нас есть бесплатный вебинар «Как выучить английский за 3 месяца». Если еще не видели, обязательно ознакомьтесь, ссылка есть в описании. Либо нажмите на эту кнопку прямо на экране. Начнем, наверное, с самых ярких заблуждений, которые вообще есть. Заблуждение первое – это вопрос знания слов, это вопрос произношения, это вопрос грамматики, но это не вопрос чтения, это ограничение. На нем вы получите обзор самых эффективных методик изучения иностранного языка. Конкретные техники и рекомендации, которые ускорят изучение языка как минимум вдвое. Краткая информация о том, что на сайте у нас есть бесплатный вебинар «Как выучить английский за 3 месяца». Если еще не видели, обязательно ознакомьтесь, ссылка есть в описании. Либо нажмите на эту кнопку прямо на экране.